Всем здравствуйте, меня зовут Галина. Я прошла марафон Анастасии Пенитосской «Брюшные манипуляции». Решила записать видеоотзыв, чтобы поделиться впечатлениями. Я давно хотела научиться делать на уле, флаттер и белли-ролл. Мой уровень по всем этим пунктам до начала марафона был нулевой. Я пробовала сама, много искала в интернете, просматривала разные видеоуроки, но нигде не могла найти какой-то понятной пошаговой инструкции. На марафоне у Анастасии я нашла именно то, что искала. Анастасия очень понятно, очень подробно разбирает все на мельчайшие детали. До начала марафона у меня была проблема, я вообще не чувствовала мышцы нижнего пресса. Анастасия подобрала дополнительные упражнения, которые мне очень помогли. Теперь я не только чувствую мышцы нижнего пресса, но и могу напрягать их, например, в волне низом живота. Раньше для меня это было просто нереально. Также на марафоне я узнала очень интересные дыхательные практики, которые теперь я хочу, чтобы присутствовали в моей жизни. Вообще для человека, который хочет заниматься танцами, дыхание имеет очень большое значение. Я только в начале своего пути, но благодаря марафону я теперь знаю дорогу, по которой нужно идти, чтобы прийти к своей цели. Хочу сказать большое-большое спасибо Анастасии за проделанную работу. Для меня это было очень интересно, очень полезно и очень ценно. Спасибо. Еще хочу добавить, когда я только начала учиться развивать свое тело, учиться чувствовать свои мышцы, я четко поняла, что цель не главная, путь гораздо интереснее и важнее. Хочу пожелать всем удачи во всех ваших начинаниях.